«За Россию без фальши». Так звучит мой предвыборный лозунг, с которым я иду на выборы президента России. Однако, здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Самсон Шладами. Мне 40 лет. Я коренной москвич, бизнесмен. В прошлом журналист и блогер. Я принял решение официально участвовать в президентских выборах России. Зачем? Я намерен использовать свое движение президента как трибуну для того, чтобы привлечь внимание общественности, ваше внимание, внимание жителей, внимание федеральных властей к тому, что происходит в моем районе, районе Ивановского и восточном округе города Москвы. За моей спиной Терезский парк, его центральная часть. Сейчас здесь происходит под видом благоустройства уничтожение парка. Например, вот эти капитальные здания, которые вы сейчас видите, строятся в нарушении закона. Впрочем, подробнее о всем том, что здесь происходит, беззаконие, вы прочитаете в нашей фейсбук-группе «Спасем Терлецкий парк». Вторая причина, почему я выдвигаюсь в президенты – воздух. Понюхайте. Сейчас здесь опять плохо пахнет, потому что у нас в Ивановском, как и в других восточных районах Москвы, а также в Люберцах, в Реутове, в Балашихе, 1-2 раза в неделю по ночам происходят выбросы, непонятные выбросы, из-за которых люди жалуются постоянно на головную боль, на неприятные симптомы. Страдают старики, страдают дети, но при этом власть ничего не делает, не ищет виновных, не ищет источников этого запаха. Я хочу привлечь внимание к этой проблеме, которые сейчас так или иначе подвержены 1,5 миллиона человек, жителей города Москвы. О других своих целях и мотивах я расскажу через несколько дней на большой пресс-конференции. Да, я трезво оцениваю свои шансы на избрание президентом России и понимаю, что для этого нужны большие средства, большое количество сторонников и мобилизационные базы. Но с другой стороны, как известно, Россия – страна больших возможностей. Поэтому сейчас, обращаясь к нации, я официально заявляю, что в дальнейшем готов снять свою кандидатуру с выборов президента России в пользу того кандидата, кто сможет реально помочь и привлечь внимание к двум обозначенным мной проблемам. Проблеме Терлецкого парка и проблеме с воздухом в восточных районах Москвы, Балашихе, Реутова, Люберцах. Поддержите Россию без фальши. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Шладами 2018. Вся дальнейшая хроника моей предвыборной кампании будет там.